Вообще прививки ставить нужно. Во-первых, какие штаммы входят в состав вакцин? Значит, круглогодично во всем мире проводится мониторинг за циркуляцией вирусов гриппа на территории всего земного шара. В том числе город Екатеринбург является опорной базой в этом мониторинге. О, как здорово. Еженедельно не менее 20 человек в городе еженедельно, круглый год обследуются, это больные острыми респираторными заболеваниями, для того, чтобы они обследуются лабораторно, для того, чтобы понимать, какой вирус острого респираторного заболевания вызвал у них заболевание. В том числе и вирус гриппа относится к группе острых респираторных заболеваний.